Его просто изнутри разорвало. Ему было просто стыдно. Я не верил, что он про это реально думает. Чистейшей воды предательство. Учил, как правильно пить вино, как правильно путешествовать по Италии. И так получилось, что именно Леша многих из нас впервые научил, как это терять друга. Он не то, что вот, знаете, вот с разбегу и с пылу с жару. Взвесил, понял, примерился, что называется, и сделал этот шаг. Всегда остается вопрос, почему? И на этот вопрос ответа нет.